Я забыл. А, мы попробуем сейчас протонуться туда вниз. Давай через колодец. Да. Я забыл, как какие кнопки жать. Давай уже. Игрек. Игрек. Вот сюда. Ага. Потому что тут у нас большая неразведанная локация. Да. Надеюсь, за это бесплатно. Ну, раньше потом, было, да. Мало ли, проездной какой-нибудь надо. Тройку. Проездной. Так. Здравствуйте. Ну и вот вся эта часть исследования. Внизу, я так полагаю, была вода. А тут, мне кажется, везде еще вода. Поэтому нельзя было пройти. Если была вода отравлена. Брали. И они в тот закуток, да? Следующий. Да, я вижу. Не знаю, были ли мы там или нет. Хотя вот эту часть я помню. Тут мы бегали, но вода была грязная. Нет, это какая-то фигня. Правильно, все правильно. И нам вниз. Я так, проверить. Тут нету. Ага. Тут ничего нету. Внизу. Тихонечко. Помни о воздухе. Да. О, это мы удачно зашли. Ну вот он, камушек. Мы добыли. Аж 7 штук уже. 4 на домик, да, для мока. И может нам еще что-нибудь откроют. Такое вкусное имя. Ну, лемурчики наши милые. Так, осторожно. Кнут. А что, все? Да. А, ну он еще там. Внезапно. А! Ах ты жоп, пашница. Та-та-та-та-та. Выбей. О, о. А, часть, фрагмент энергии. Да. Отлично, теперь 5 будет. Шикарно. Ух ты, еще вниз. Но там мы уже были. Там были, да. Все, можно не ходить. Там мы сюда не могли забраться. Да, 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 да. Скорее всего, тут все было затоплено. И затоплено что-то. И... Вот там, в бок. Нет, там были? Вот здесь. По-моему, уже все вытащено оттуда. Окей. Да. Да. Угу, хорошо. Так. Над нами. Не знаю, как туда попасть. Закуток. Та-дам. Идем дальше, что ли? Нет. Кнут. Ага. Ну вот, видишь, пожалуйста, подразумевается, что у нас уже должен быть кнут. Только так мы можем попасть. О, дали еще один. Шикарно. Ну, прям мы. 5 плюс 3, 8, а энергии 5. Ну, что, круто. Жизни есть. Ну и все, и нам налево. Дай-ка я сохранюсь. Давай. Как раз набрали всякого. А-а-а! Лимоны. Не в ту сторону. Да что ж. Да возьми ты меч уже. Так, окей. Вот. Есть что-то внизу, есть наверху. Вниз плыть. Да, тут что-то. Не-не-не, тут, скорее всего, это из-под низа доставать. Фиг. Спокойно. Идрит, Мадрид, там какие-то кальмары плавают. Боже ты мой. Так, тут нету, да? Пчела. Комар. Я пчела, вот. Ставить. Так. Какие-то
светлые озера, чернильные топи. Так, это мы знаем уже. Вот этот закуточек. Ой. Капустку дали. Вот этот кальмар мне решительно не нравится. Но нам, к сожалению, туда надо, походу. Да, я там... А, да. Потому что там и опыт. А, тут я был. Все, я понял. Я отсюда это понял. Мы отсюда пришли. Плывем. Так, проверяем топим, вниз. Топим, мама! Во-во-во, полегче. Пишем, забираем. Почти 2000 уже, между прочим. Потайных, надеюсь, нет. Я эти промазала. Топи. Вылазь. Так, дальше туда. Вот, вот она, жизнь с той стороны. Ну, фрагмент. Капустка. Ага, вниз огромная траншея. Да, которая соединится еще с той. И причем это все вода, скорее всего. Ого, какие-то аж пушки. Это какая-то новая лока. Опять какие-то кальмары. Боже. Какой-то... Нет, это уже новая лока. Мама! Я еще в воде. Мама мия! Да что ж такое-то? Да блин, да. Хватай, лети. Он так плохо хватает. Плохо, что он плохо хватает. А-а-а, да ядрит. 4 жизни. Что тут у нас? Ага. Опыт. Это я скрипнул. Так. Нам точно сюда надо, потому что мне кажется, это прям вот уже новая локация. Да. Да что ж мне так? Вертухан. Карта. Ну это натурально прям. Хотя может она соединится там. Какие-то пузыри. Может этим дышать? Да, этим дышать. Какие-то кораллы. Может там надо пробить? Этой штукой. Может и не надо. Ой, за, мне кажется, надо было пробивать те кораллы. Сдохнем. Да, да, надо было пробивать. Ну, сейчас все сделаем. Давай. Плюй. Да ё-моё. Не та кнопка. Оно не пробивается? Да не должны пробиваться. Ой, не надо. И что это за трэш? У них нет ХП. Угу. Да это вообще какой-то капец. Я не знаю, что делать тогда. Или тогда летать об мобов вот этим вот, ну, захватом, да? Что для скорости.
Вот, ты тронул ту водоросль, открылись они, открылись. Как я тронул? Водоросль, которая цветочком была. Вот ту, вот эту. Да. Жди, воздух. Зараза. Вот оно как. Да ну это жесть. Интересно, это разовая акция или нет? Где водоросль? Ну вот. Да. Вот, видишь? Мне интересно больше другое. Они там насколько работают внизу? Если тут она вот настолько мало. Вот, нас вынесло. Вынесло. Вот эта фигня. Ничего не поняла. Тоже нет. Так. На пузырек уже не прилезет. Ну, вот в том-то и дело, я тогда не понимаю. Вот нас сейчас вынесет, приплюснет нахуй. Ну, я же вниз, ну вот, вот ну как? И все, и теперь ты не выйдешь, ты заложник. Я не понимаю. Я тоже. Либо надо обшаривать еще стены, может, мы что-то еще не нашли. Еще какой-то опыт собрали. Вот вниз. Вот ни хрена он не ползет вниз. Ну и шел по тебя. Нет, маразм какой-то вообще. Да. Что, ну это какая-то ловушка. Может там и есть какой-то. Этот секрет, не секрет, не знаю. Внезапно. Песочек. Хрен. Ха. Так вот. Кстати, еще было пару мест, где был песок. Да. Ну что ж, тогда идем к порталу. Печаль. Понял, пора иду, ждем. Там есть ближайший колодец? Сейчас посмотрим. Должно быть что-нибудь. Угу. К деду будем заходить, кстати? Моком построить ну, дом? Да, думаю, да. Только... А где они? Сейчас. Они... Ну, тут у нас квест, кстати, тоже бля, есть. Я что-то не понимаю, где они. А вон они. Да, наверху. Вот их колодец. Ты пошёмся. Уи, ужас. Так. Тыц, тебе там помочь, что там можно отдать? О, нет. О, ног мира. Джинжино, туша тан. Или нет? Так, давай строить лемуром хатки. Да. Ух ты. Ух ты. Расчистка входа в пещеру. Этим это последний штрих. Построй домики. Ну давай домик, да. Обещали? Да. Но у нас на них квест, по крайней мере. Просто те другие
Я вот не знаю, будет на них квест, нет? Или просто надо все со временем сделать ему? Машечка, какую-то корзиночку им плетет. Смотри, там цветочков понатыкал. Извините. Милота-то какая. Ну, все, все стало. Три мы пока больше не сможем, да. Крыша над головой. Еще домики. О! Ух ты, шишки. И вот та неизвестная. Так, ну всё. А теперь надо с Моком тему вот говорить, которому домик обещали. Ну, да вот не знаю. Ой, вот он. Здравствуйте. И где это? Хижинка. Вот. Мы еще даже не дошли. Да. Слушай, так. Можешь с квестами разобраться побочные, потому что у нас еще дурдом. Да, есть немножко. Это этот, кристаллический, который осколочный. Фугасный. Так. Это точка наших этих. Нам надо вточить что, деф, да? Угу. Это кнут к врагам мне, если честно, не нравится, потому что это, простите, это дамаг. Ты получишь сам дамаг. Кнут и вот это вот притяжение — это одна кнопка. Тем более. Ну, когда я от врагов отпрыгиваю, и кнут — это одно и то же. Один и тот же скилл. Жесть. Ну, одна и та же кнопка. Поэтому... Да, это дурдом. Мы хотели вточить деф. Поэтому, может быть, он и будет нормально работать, кстати. Может. Хз. Стойкость, да? Это что? А, ну это вот то, что вот у нас есть, то, что мы собрали, да? Ну вот это очень странный навык, если честно. Угу. Деф клёвый и притяжение. Давай. Ресов. Дефанём. Ну, у нас много. А это чё? Магнит. Угу. Апнутый. Да, вот это. Апнем девчик. Можно даже еще раз. Да хочу вот это попробовать. Да? Да. Вы притягиваете к двум врагам и наносите им урон. Это следующий? Да. Это прикольно. Главное, чтобы по тебе урон не проходил. Блин, это отдельный скилл. Так, это тройной прыжок. Где? Зависашка. Стойкость. Тройной. И это. Это именно как осколок. Ух ты. Это, смотри, какая схематика. Угу. То есть вот это жизни, да? Да? Это, обрати внимание, нам показывает, что мы нашли одну штуку, да, из там скольки, не знаю, там еще три надо найти. Блин. То есть я выучил сейчас вот эту штуку? Да. Ты когда-нибудь это запомнишь? Да мне бесит это вот здесь. Слишком как тут. Просто тебе некоторые скиллы даются сразу на кнопки. А осколки, которые мы находим и покупаем у этого чувака... Да я думаю, это то, что вот у меня улучшит то, что а сразу точка, на кнопки уже. У какого-то другого чувака. Да тут все, мне кажется. Потому что нипов тут нереальное количество вообще. Просто то он дает и это, и вот то же самое ж по сути. Вот, есть осколки, а есть улучшение.
Да, только этот тоже туда пойдет. Да. И тот туда же идет. Да. Что за бред? То есть это именно не скиллы, это осколки. Да доп. В жопу осколки. Ну я их называю осколки, чтобы не путаться. То это скиллы. Так-то да. Но они это разделили. Ну, намудрили, я согласна. Немножко они как-то их... Пиздец какой-то, вот, если честно. Занесло. Есть. Отлично, что есть. Грубо говоря, пока ты его не выставишь, он работать не будет. Еще очень медленно вот все он говорит, вот это вот. Чуметь слушать постоянно. И тут. Здесь мы тройной взяли, да. Это то, что вставляется в те четыре ячейки. Да. И у него все вставляется в ячейки. А нахрена это разделять туда и сюда? Нельзя это было в одном окне сделать. Да смотри, у тебя есть твое любимое меню, на которое ты постоянно жмешь. Да я хотел, я думал, что это улучшится тот скилл, который у меня вот на этой кнопке уже я стоит забинден. Ну вообще по идее. По умолчанию в игре. Да, я поняла. Я тоже, если честно, так подумала, но видишь, у него как-то... Вообще бесполезный персонаж получается. Да шел бы он в жопу, больше тебе ничего не дам. Все, гуляй. Так, подожди. Да не буду ждать. У этих моков, зоков, как они, господи... Этот нам дал ключ, там еще какой-то. Ух ты, слушай, мы тут осколок не подобрали, и опыт наверху висит, офигеть. Нет, все, ну их. У этого мы... Типа он обронил вот этот желудь. Так. Какое-то семечко, кстати, помнишь, мы где-то нашли. Не его ли случайно? Ой, хижинка какая милота. Он просто статист. Нет. Я прыгнуть не могу. Зараза, чуть-чуть. Я где-то прям по траектории пролетел. Ага. Нажмите, чтобы войти, что? Можно сходить к гости к лемуру. И у него опыт. Понятно как? Опыт забрали, а осколок все никак не можем долететь. А, там мостик. На мостик, кстати, мы этот как-то попадали. Да вылези. Мне кажется, тут что-то было. Мы от дерева, от деда лезли. Ладно. К этому будем спускаться проверять квест? К этому? Ага. Попробуй тыкнуть. Так, понятно. Не нашли мы все-таки желудь. Тут закопано. Вот, да, вот этот песок вообще не понимаю. И мы там тоже не можем пройти. Там же, видел, да, там опыт. Потому что этот дед должен почистить. А, точно. Скорее всего.
А он нифига не чистит. Не, ну он только за руду. Так, ладно. Я портуюсь. Куда? Куда я портуюсь? На никуда. А, вот ближайший колодец. Где? Вот. А, ну, чтобы по прямой пойти. Два шага. Не, ну можно самим заодно почистить там какие-нибудь хвосты, еще не знаю. Я не знаю, вот тут наверху мы, помню, все собрали. А, теперь тут можно плавать, да-да-да. Опыт, кажется, был вот там наверху слева. Вот-вот-вот. За под корешком. Ага. Нет. Как нет? Не дает? Нет. Ясно, глюки, окей. Хотя, видишь, опыт есть. А, это тот, который со стороны песка в пещере у лемура. Все, я поняла. Как-то тут прям много... Две развилки. Еще один лемур. Ну, вроде он ничего не хочет. Ну, да, но у нас опыт наверху. Опять песок. Угу. Вот. Это под дедовый. Ух ты. Картограф. О, Йотонили. Картограф, блин, более полезный, чем тот. Это да. Вот это цены пошли. Отображение осколков, отображение ячеек энергии и жизни. Чувак. Нормальные цены. Зато он дал карту тихого... Не поняла, на халяву дал? Он ни хрена не дал. Он обычно денег просит. Ни хрена не дал. Га, ух ты, котелочек какой милый. Какая милота. Вот я в котелке нашел опыт. Да. Паша. Милота-то какая. Песок, наверное, дед будет убирать. Дофига песка. А? Полно песка еще. Да. Это он нас спас. Вот. Вот у него навыки. Ну, это те, которые ставят. Это те, которые ставят. На трёшку. Да. Вот эту. X, Y, B. Нет, я не хочу. Хватит стрелять в нипов. А вот этот кто наверху? Запомяк. Такой милый. Белый, пушистый. Ты кто? Привет. Какой-то такой бобр, не знаю, микс с кем-то. Альбинос. А, семена. Какое-то семя, я думаю, нашли. Это... Чё? Окей. Это потому, что мы семечку нашли, да? Наверное. Фью. Божечки. Он нам сейчас фонариков наплодит.
Которые кнутовые, наверное. Угу. Все. Ну, у нас пока больше нету. Мы больше семян не нашли. Вот. Родниковые поля опять. Да, квестов у нас, конечно, сдохнет. Нельзя в избушку зайти, да? Так, что у нас там по карте? Какой-то лемур опять наверху. А сверху какие-то квесты, куда-то надо переться. Откуда, вот куда, вот тут? Он сейчас кидал. Вниз. Фиг его знает. Вот он. Не помню, были мы там, не были? Со всеми лемурами говорили, господи, как много. Я в НПСах-то путаюсь, а лемуры вообще все на одно лицо. Великий дозорный. Суп раздают. Еда. Дратути. Еще что-то дали. А, ты мне, я тебе. Плохой суп. Ну ты что делаешь? Зачем обжигаться-то? Дальше сходи, что там дальше, тупик? Да подожди. Это этому надо дать? Или тому? Нет. Ему ничего не надо. Но какое-то задание было обновлено. Не, фейк этаж, фейк чердак. Вау, видишь, как красиво. Боже. И осколочек там что-то говорит. Думаешь, там что-то есть? Не, ну запрыгнуть-то можно, но там, видишь, нет ничего. Залез. А просто в хижину в кому-то вошли. А тут уже зима. А нам еще жопу не будет спасать. По мордасам. По мордасам. И по мордасам. Вот тебе. Внезапный лед. И как туда попасть? Блин, а вдруг надо, чтобы это он проломил лед? Там наверх еще можно. Я знаю, что там был уже. Ну. Ну там шипы. В прыжках. Не за что, по-моему, цепляться. Восходящий поток. Небольшой есть. Ай. Нет, не летит он. Ладно, надо уже идти, а то что-то опять. Ау! Так, у нас какое-то задание обновлено было. Так, это бобровый дом.
Не, ж туда иду. Не знаю. Ну да. Где-то тут... Или мне показалось? Нет, не показалось. А, стоп, может тут были. Кроме того, закуточка. Угу. Энерджи. Врезался в стену, завис. Не туда. Окей, я уже испугалась, что что-то случилось. Жабчик. Ну, мельницу мы очистили. Так, нам еще по дороге в хижину надо зайти. Окей. Пять лемур. Здравствуйте. Окружили. А, нет, все нормально. Опаньки, мы вниз не сплавали. Там же теперь вода-то чистая. Пираньи! Закуточек, закуток. Да, блин. Ничего себе, блин, все, куда? Ну там еще дофига надо штук. Мы же пробуем. Сделай будет умань, что ли. Так. И, наверное, еще что-то есть налево. Ага, тут опыт. А в верхней части интересно, что не задохнуться бы им. Твою мать! Ну я же доплыл. Пол миллиметра. Ребята, где дышать-то? Джигатская, это жаба еще. А, может от пираньи отстреливаться? С помощью их тушек лететь. Да, тоже время же требует. Ну тогда фул хп тебя не спасет, конечно.
Короче, вздохнуть. Либо, да, вздохнуть вниз. Опыт был внизу, насрать. Ладно, давай тут посмотрим. А тут что-то я ничего не вижу. Пиранья ничего не охраняет. Опаньки. Вдох. Наверное, вдох и за опытом. Очень быстро. Назад. Очень мало. Очень мало, очень мало, очень мало. Ох. Так, еще раз сюда посмотрите. Нам вниз. Как не хватает вот этого скилла на дыхалку. Так, тут... А. Их через них нельзя проплывать! Да я понял. Ой-ой-ой-ой-ой. Оно. Дышим. Ага, энерджи. Три жизни. Ну вот как? Да блин. Жопа! Еды. Полторы. 0,5. А как? Не знаю. И ни от кого. И никаких пираний нет. Да вообще. Чтоб протонуться от них. Сожрут тебя. Ломать! А как ломать? Плевакой! Плевакой! О, значит, стану. Да что ж, ну заеду. Да. Не могу на это смотреть. Да чё он тонет-то, а? Ну, скилла нет. Нам такого и не предлагали, блядь. Не скилла, может, осколок надо тоже какой найти? А, тут не будет. Там, типа, непонятно, как прыгать. Давай, стреляй. Плюй, дура. Да. Я не ту кнопку еще нажимаю. Я нажимаю, как в первой части. Забудь. Да не могу. Игрок, это молоток. Лови. Дыщем. Ля-ля-ля. Возможно, и ее тоже надо что-то куда-то. А нет, удивительно. Хотя там корешок один был подозрительный. Воу. Ну, мы пропустили. А, это и есть вот эта половинка. Тут где-то. Матерь Божья. Сова. Очень странное. А вот практически Walking Dead. И все мобы мертвые, и моки мертвые. Ну они как это вот, как будто они стали статуями. Тут какая-то странная сова с какими-то странными ногами. Ну, вообще капец просто. Какая-то крепотенька. Да, не без этого. А, это страна пня. Плохая, домашняя, да? Да. Вау.
Опа! Хватался. Так. Жди. Оу. Моментально. Плохая вода. А в красной воде, кстати, еще можно было выжить. Сколько там? Там много тоже очень сжирает, но не настолько. Не резко. Ну, да. Не так резко. Фантомных комнат наверху нет. Окей. Кнут. Да блин, это вот проверить хотел. Что-то есть. Нет, опыт мы уже просрали. И, кстати, хижину мы уже просрали. Ничего да. себе. Я проверял хижину, они там непонятно как забираться. Блин, туда и сюда и туда. Слишком много развилок для меня одного. Божечки. Он в противогазике? Да. Какая милота. И это ведь было дерево скилла. Угу. Вот хижина внизу. Это она? Падаем. А. Господи, эта игра не для детей. Да, вообще капец. Это просто как кошмар какой-то. О, руда слева. Тут... Ну, а, чуть-чуть. Ну какой там чуть-чуть? Да, мне казалось, чуть-чуть. Не хватит, да, если все прокрутить? Все вертуханы. Я все. Я поняла. Как он ж держался. Так, а нам засчитали? Что именно? Куклу, да, кукла осталась. Есть. И ветвь тоже. Там вот ботинка. А что я с нее не смог взять? Не помню, по-моему, она посреди этих пузырей сразу. Где? Еще дальше. Следующий. Даже не следующий, по-моему, через один. Ой, не, ну я туда не доберусь. Ну и нафиг туда. А, это подстава, 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 подстава. Ну все. То ли она где кнут. Во. Нет, это мы уже дальше идем. Капец. Окей. А-а-а! О-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Еще раз! Жордочка! Еще там есть наверх. Бог ты мой. Да. Причем там руну взять. Здесь ворота мы не пройдем. Угу. При том, что какая-то одна руна у нас есть.
А, нет, ноль. О, вау. Одна руна сверху. Потайнушка. Mm-hmm. Опыт через стенку. Вообще какая-то другая там лука. Еще и сейвилка. Да? Ну, чтоб... Колодец? Да, да. Так, окей. Нижняя руна. Капец. Да ну, ты это ж песос. Это сколько раз надо крутить какие вертуханы, чтобы не сдохнуть? Офигеть. А дальше ты? А, туда. Лево. Сейчас, погоди. О, да. Опа. Я куда иду? А, ну вот я ж тут. Ну вот давай до пера дойдем. Да. Сейчас, наверное, совинку найду. Катсцена? Нет. Бежишь? Бегу. Я просто думал, что он сейчас бубнить начнет. Вон кто-то. Да фурчит. Курлычет. Поселилась в пне. Эти пашечки, пашечки, пашечки. Эти мосями трутся. Аня. Так, все, быстренько. Бежим. Очень странный какой-то сон. Как? У нее нет крыла. Покиньте тихий лес. Какую сторону? О. Она показывала головой туда. Или типа залезай на спину. Что она имела в виду? У нас побочек, блин, столько. РТ, чтобы парить. Ну, понятно, она так тихонечко парусит. Mm-hmm. Так, жопу не подожги. Капец. А мы отсюда вообще взлетим? О, вау. Жопу не подожги. Здравствуйте. Опа, опа. И где найти 4 руны? Ты хоть карту иногда смотри, чеку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это как ломать. Смотри карту. Ух, сколько всего мы пропустили. Тут рудак, значит, рунка тут.
на под дверью. Потайная, ага. А руны надо 4, да? Угу. Туда. Вот здесь вот руда. О-о-о! Может, надо, чтобы она взорвалась тут? А, жесть! У тебя пол жизни осталось. Нельзя слезть с Ку и сделать Body to Mind? Капец. А, ты можешь только из лука стрелять с нее. Угу. Жопа. Ну, по крайней мере, мы теперь знаем, как это делать. Так. Просто видишь, туда закуток еще есть, но... Там товарищ один... Нет, так не снимается. Резнулся моб или нет? А я не могу больше ничего сделать-то. Надо, чтобы моб подлетел к нам и раздолбал ту штучку. Так, это просто фигуля. Оу, вау! Это называется в жизни не допрёшь. Тихо. Вот чтобы он тут взорвался. Но тебе надо как-то свалить. Или из лука по нему стрелять, я не знаю. О, вау. Это фарт. Осторожно! Она перестала лететь, блин. А что у нас? А, все есть. Так, она парит. Парит, осторожно, осторожно, осторожно. Куда? Вот она. Сюка. Да. Заново. Это тоже я. Кстати, вон опатинка. Осторожно. Мой поломательный висит тоже, не знаю для чего. Что он там должен взрывать? Вот сюда? Осторожно. Плавно. Тихо. Максимально, максимально, максимально. Прекрасно. И заново на третий круг. 4 руны собрали, да? Да, да. Я просто думаю, что моб там должен ломать. Ну, да, интересно. Не знаю. Может, там, где он и находится? Видишь? Хлипкая такая штучка. Зараза. Да чё-то как не очень. Ну, нет, так нет. Ну, по карте там не особо. Угу. Жесть. Открываем дверку. Ну что ж, ладно. Что за дверкой, узнаем в следующей серии. Да. Всем пока.